Порезался Кирилл? Чуть-чуть, нет, не порезался. Расслабил лошадь, не воспринимался, чуть-чуть не порезался. Приставки. Осторожно. Нож вылетел. Что там? Аккуратнее за ножом следи. Контролируйте ручку. Сразу. Ну, можно так работать. То есть мне нужен контакт с рукой. Контакт с рукой я получил. Посмотрите, раз контакт. А я уже в такой фазе к нему присоединяюсь. Зарабатываю. Так можете понападать просто. Так понападайте. Кто желает, пожалуйста, ну, стоим, ты там желаешь, Вика. Всем.
темп ваш. Темп ваш. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, направляйте, что вы. Не стесняемся, Саенко. Пробуй. Ну ты крючок, ёпень, центровой. Из технолога. Зачем? Работа. Я лучше посмотрю, зачем мне еще не так один делать. Темп ваш. Насчет темпа, я же подожду. Темп ваш. Мы все равно, как бы. Мои спешнания. Травматизм. Нас не берут милиционеры, нас берут бандиты. В роддурке не плачут. Тело, блин. Понападайте, понападайте. Что вы стали, как иконы? Повозите. Я атомная бомба между ног, да? Хотя уже вот так вот. А даже если вы стали, вот так, давайте. Ну там уже люди с автоматами, с затворами. Одному же говорю. Пушка наведена. Они состоят с автоматами, с затворами, а что я буду делать? Я буду вишаться, какаться, заткнулись эпилептиком, падать, просить их умолять. Ползти к ним, а когда подползут, это уже... Принадёжно. Ну, девочка хотела взять меня, поставь меня за стенки, что не делать. Ну, вообще, что... Всё, просто возле стенки понападать. Смысл тот же, я чуть-чуть смещаюсь, и теперь они уже... Даже не буду успевать даже вас придерживать. Раз, я вместо себя его. Вот как вытирается быстро стенку. Смещаетесь и вместо себя его. И вместо себя его. Только здесь у вас еще и... Освобождается ножка. То есть вы можете совершенно свободно, спокойно поднимать одну ногу и при этом не терять устойчивость. То есть у вас уже три точки. Главное позволить ему убиться самому. Сильно не мешает. Сильно тут
это не мешать. Мы звали уже помнили. Спасибо. Больше не охота. А что? Только ты первый пойдешь, да? Я бы пошел постараться. Я так не слушаю. Если идешь, то иди, машина. В принципе, довольно очень интересно. Жаль, что там не получается вспомнить те моменты, которые я хотел бы подробнее узнать. И вот сейчас вот вы увидите, сразу обязательно вспомнить, можно задать до них в этом исполнении. Поэтому готовим в следующий раз вопросы заранее записывать. Друзья, интересно. И чаще действительно называй. Саша. Чаще приезжайте, много нового, то, что раньше не замечал, вы не увидите. И старая пожалуйста. Вася, все отлично. Безусловно. Дима, ну вот как он куда стал чаще следить больше лежит. Вы ключевые старайтесь сильно, ключевые моменты, которые вы заметили. То есть вы их делали в любом случае. Если бы их не делали, у вас бы не получалось. Просто вы делали неосознанно, поэтому иногда получалось, иногда не получалось. Старайтесь больше такие ключевые моменты обращать внимание, которые действительно уплотнили работу, упростили. Саня, не знал, ты когда начинаешь задумываться, как получается, что зависаешь, бывает, что-то не получается. А если на тренировках частенько так особо не пытаешься задуматься, как-то само собой идет, но все равно ошибки, конечно, есть, но не знаю, думать как-то меньше, мне кажется, надо. Это нужно когда оттачивать. Когда оттачивать, нужно очень много думать. Когда вы делаете медленно, вы должны думать, что делать, осознавать и понимать. Уже когда у вас информация станет знанием, когда вы через себя ее пропустите, и она станет знанием, тогда вы уже сможете делать какое-то неосознанное. То есть тело вы научите. Но чтобы тело научить делать короткие движения, простые, нужно как бы думать. А зарабатывать тоже интересно вообще. Или детали, например, но уже она с усталой ничего не хочется, на диван. Да. Дальше. Андрей, ну очень много заметил ошибок в акробатике, особенно. Очень много, которые раньше не может было как бы иметь. Дальше. Андрей, вот благодаря выносам, пересмещения, уже некоторые приемы стали уже делают не на полностью, а на 300 возможности. Полегче. Максим, заметил, что все, что вы рассказали, мы в основном знали и делали, но вы это все нам подробно объяснили, за счет чего, как и почему. Олег, да, я с вами согласен. Эти маленькие мясо с этим, я уже говорил, уже более-менее уложились. И еще то, что работа на камере, то есть, когда вы складываете конструкцию, а здесь вот на камере, я это не очень осознавал до этого, что именно так надо. Дальше. Слава. В общем, до того, как мы посмотрели эту схему, она получалась, да, что-то не получалось, что-то получалось. Но по схемам уже гораздо проще становится, и когда начинаешь именно по ним работать, я проще становлюсь со самой работой. Саша, ну все понравилось, отлично вспомнили, показывали. На этот раз мы старые ошибку все записали. Да вот этого семинара я не представлял, что можно спуститься с лестницы желательно вниз, при этом ничего себе не повредить. Спасибо. Я не подозревал, что столько нюансов бывает от акробатики, а помимо нижней акробатики, в системе есть еще что-то? Вот, имеется в виду сверхнижние, там, прыжки какие-то, не знаю. Прыжки? Ну. Не, ну полет флэйрок есть, то есть когда прирожаем через препятствия сверху. В общем, какие-то прыжки точно есть. Алексей, ну вот с
много ошибок отправилось и в самой кровати, и вот, во всех своих действиях, ну, которые идут против партнера. Не ошибок, а недоработок. Ошибка – это когда вы делаете неправильно. А недоработка – это не совсем правильно. Вот вы все делаете по-своему, как-то правильно, все чуть-чуть не дорабатываете. Дальше. Артём. В общем, в принципе, постепенно начинаю осознавать важность, ну, еще с прошлого семинара, который на втором году был, и опять же с этого, как бы воспроизвести из памяти те именно моменты вспомогательных упражнений, которые присутствуют элементы практики, которые применяются и в работе, ну, там, когда ты душевно, когда колено идет по касательно. В общем, естественно, на расширение медленной работы, обдумывание, все эти элементы, постепенно ускоряет. Андрей, мне вот все просто понравилось. Вот сам то, что мы зарабатываем, это более-менее. Кого-нибудь уложить, вот если не понимать, как время теряется больше. Вот, так все понравилось. Как бы травматичность больше от этого. Ставить друг на друга, больше не забыл было лично. Ром, вот хочу сказать то, что вот, по сравнению с прошлым годом стал лучше понимать саму физику процесса. То есть вот в прошлом году вот, рисовали там, рычаги и все это, но оно как-то поверхностно так было. Ну, не особо вникал в это. А сейчас уже чуть-чуть такое есть, и оно как бы в голове представляешь, если войс там выводить, там, оно как-то полегче понимать. Вот. И когда знаешь теоретическую основу, оно можешь даже в безвыходной ситуации вот, подумать, как лучше подействовать, куда вот силы, чтобы вывести человека из равновесия и ему как-то повалить и забить. Спасибо за семинар. Виктор, ну мне понравилась очень теоретическая часть. Ну, лучше стал понимать сущность тех вещей, которые мы делаем. Ну, так, в принципе, семинар использует пример наш. Саша, очень интересно, много информации по очереди этих семинаров. Алексей, если не секрет, сколько вы занимаетесь, вы как вашим мнением, вы чем-то еще до этого занимаетесь? Ну, до этого я в основном серьезно только боксом занимался. А системой занимаюсь с 96-го года. А вот это вот, то, что вы показывали, внутренние нападения, динамические вот эти уходы, контратаки, это какие-то штампы наработаны или это каждый раз что-то головируют? Нет, ну только есть общая схема, уход, съем, подход, дальше управление. Анатолий, явно увидел свои недоработки на лане. Теоретической точки зрения, так и с практической. Так начали рисовать, так пошло получше. Очень много значит теория вместе. Артём, ну более-менее уважилось уже сегодня то, что рассказывали раньше, это дополнилось. Сергей, вот поражает возможность самого стиля. Вот вроде одни и те же элементы где-то повторяются, там и плюс стены, там и с ножом, и в то же время столько вот возможностей. Так, Андрей, значит, ну, в принципе, ну, не считая вот, приемы с ножом, да, это пока мы не проходили, ну, не могу сказать, что там много нового увидел, но все это под каким-то другим углом, и это большую пользу, мне кажется, имеет более объемно увидеть, понять вот, вообще работу всю. Алексей, ну, благодаря вот теории удалось понять, почему я там бью плечом, приковырки, иногда недоработка удалось, ну, буду ставить, повторить там. Посмотреть еще раз что-то закрепить. И при этом регионе нашел ответы на пару дикольных своих вопросов. Хотя что просто это правда. Денис, а у меня вопрос такой. Какие для вас вещи или аспекты важны при работе с партнером? Почему основные вещи для работы? Первая и основная вещь должна быть естественное движение. То есть движение должно быть естественное и свободное. То есть если у вас движение, если вам страшно делать это движение,